Они все будут выключены. Все работает. Все работает. Yes, please, we can start. Yes, please, we can start. Okay. Батюшка, Батюшка, люди, I would love to offer my humble obeisances to all the Vaishnava devotees of the Lord, who are just like desire trees, fulfilling the desires of everyone, and are full of compassion for the fallen conditioned souls. Прочит, повторяет. Перевод. Перевод. Вишнава Пранама. Вишнава Пранама. First, I would like to express all my gratitude to all these wonderful Vaishnavas who are seeing on the screen right now. I'm very grateful to all of you. Я хочу выразить. Скажите, что я хочу выразить. More than that you have come and participated in this festival. Hare Krishna. Вы видите микрофон второй. Это не второй. Just one second. Дайте мне микрофон нормально. Почему у меня руки заняты? Я сейчас соберу. Hare Krishna. Звук, поднимите, какой это микрофон? Раз, раз, два, три, подними этот микрофон. Али. Hare Krishna. И наш Махарадж говорит, что он хочет поблагодарить всех вас за участие и выразить свою благодарность каждому. С какого микрофона он меня слышит? С этого. Вот это Махарадж слышит. Да скажите ему в этот, что вы будете переводить. Yes, please. Yes, please. Yes, please. I know many of you have to undergo great inconveniences in order to take part. To create a great difficulty for me to know when you're just sitting, when you're finished, and when you're starting. Ясно, что sound is not clear. Можете сделать его звук более качественный. Дайте наушники. Наушники. Дайте мне наушники. Заключите. Понятно.
Мандатори. Как ты их снимаешь? So, now this is the technical aspect. You can tell me how... Хочу тут не трогать просто. So I should speak? Yes. Yes. Okay. Because I'm not sure how long I'll be able to speak for, I think I'll get to a couple of points right away. Поскольку я не уверен, насколько долго я смогу говорить, мне будет позволено, я сразу начну говорить несколько моментов. Сказать. Many devotees I've heard are speculating about my health, and I thought I should try to clear up the subject matter right away in case we get caught up. Многие преданные, как я слышал, спекулируют по поводу моего здоровья, и я хотел бы прояснить эту тему сразу. Actually, right now, my health is not bad at all. Я могу вас уверить, что сейчас мое здоровье абсолютно неплохое. Мое здоровье значительно улучшилось. Поскольку я прекратил путешествия на протяжении 6 месяцев. Сегодня я получил письмо по интернету от одного старшего ученика. И в этом письме он говорит, что он слышит множество спекуляций по поводу моего здоровья. Некоторые говорят, что я вообще не буду путешествовать. Некоторые говорят, что я уже готовлюсь оставить тело. Я слышал также много других всяких спекуляций. But actually, what I'm doing right now is preventative. Но на самом деле, то, что я сейчас делаю, является профилактикой. Не произошло. На протяжении лет от братьев Боги, от учеников, от всех, от друзей я слышал, делай что-то. Я принял это серьезно. Сейчас. И поэтому я принял решение перестать путешествовать на какое-то время. Поскольку я перестал путешествовать, поэтому я решил, почему бы мне не повторять больше мантры, почему больше не слушать и не воспевать. So that's what I've been doing. Таким образом я это делаю. I wake up every morning between 2 and 2:30. Я просыпаюсь каждое утро в 2:30. I'm chanting rounds all morning long. Я повторяю круги целое утро. I'm reading several hours a day usually. Обычно я читаю несколько часов в день. I take care of my health. Я забочусь о своем здоровье. And what I found is my health is improving. И что я заметил, мое здоровье значительно улучшается. I'm not planning to stop traveling. Я не планирую прекратить путешествовать. In fact, I hope to start traveling again next month. На самом деле, я надеюсь начать опять путешествовать в следующем месяце. And the first place I am going
И первое место, куда я поеду, это Украина. После этого я также буду путешествовать, но очень ограниченно. Однако окончательное решение, касающееся моих дальнейших путешествий, будет принято после того, как я пройду обследование у доктора через неделю. Они должны... Я должен пройти обследование и желудка, и все органы связаны. На основе этого они решат. На основе этого они решат, должны ли будут они сделать очень небольшую операцию на желудке, либо нет. Преданные слышали что-то об операции. И много спекуляций было, поэтому я подумал, что я должен просто прекратить эти операции. 2-3 и адаптационный период после операции 2-3 недели. Итак, мое здоровье не ухудшается. Я хотел бы тут же прекратить эти спекуляции. Сейчас я уже надеюсь, мне не придется в дальнейшем обсуждать эту тему. Следующее. Поскольку Раднат Махарадж чтобы он также что-то сказал, потому что он уже больше часа ждет. На сегодня у него лекция в Нью-Йорке. Поэтому я ему предложу говорить, и после этого я буду также говорить. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pranchari Nirvishnesha Sulukhari Vaisha Kalimata Rundis Chakra Sindhuti Devacha Kavitana Uthavani Vyokrishnari Yodhanamana Sri Krishna Chayi Vyokrishnari Yodhanamana Sri Krishna Chayi Vyokrishnari Yodhanamana Я предлагаю свои самые искренние поклоны всем собравшимся преданным. Большая честь и удача для меня быть со всеми вами. Я надеялся быть на детском фестивале, но вследствие обстоятельств я не смог. Я очень благодарен Его Святейшеству Нираджа Махараджу за то, что Он дал мне возможность совершить некоторое служение. The sweetness of the festival of Mahārāja
Слабость вайшнавских фестивалей происходит от бескорыстного настроения служения, которое мы делимся с другими. Господь Чайтанья Махапрабху учил нас, что высочайшее сокровище всего знания содержится в Шримад-Бхагаватам. Мудрецы Намишарани спрашивали Суту Госвами, какова сущность, что есть сущность всех религиозных направлений. Ответ Суты Госвами заключался в следующем, в Савайпонсом. Высшее занятие для всех людей это то, которое приводит к любовному преданному служению Господу. И оно должно быть абсолютно немотивировано, чисто для того, чтобы удовлетворять. Это основа нашей сампрадая. Это то, что Чайтанья Махапрабху установил в этом мире. Совершенно немотивированное чистое служение. Прохлад Махараджа был даровано возможность просить о любом благословении. И он попросил о том, чтобы опять продолжать рождаться в этом мире. Другу Махарадж также было предложено любое благословение Куберы. Но он попросил о том, чтобы быть слугой, слуги и слуги. Он просил о благословении, любом рождении. Какой бы я ни принял, я просил буду жертвовать свои усилия, служение. Амбариш Махарадж. Когда Дурасмуни пытался убить его. Единственное, о чем он просил, о том, чтобы освободить Дурвас. Такого Шримад Бхагавата. Чайтанья Чайтамрита описывает Гопи Вриндаван. Они ничего не желали для себя самих. Их исключительное желание, их стремление заключалось в том, чтобы доставлять удовлетворение Кришне. И они пожертвовали всем для удовлетворения Кришны. Ради удовлетворения Кришны они были готовы пойти даже в ад навсегда. Бхагавад-гита Кришна говорит нам, сколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Любовь преданный побеждает Кришну. Он поэтому не способен соблюсти это. Он сказал Гопи, что я не могу ответить вам на вашу любовь. Пусть наградой вам будет ваша любовь. Шри Чайтанья Махапрабху взял эту суть и представил ее миру. Через свою жизнь и через своих спутников.
Когда он предложил Харидасу любое благословение, Харидас желал лишь быть собакой в доме преданных, чтобы принимать остатки пищи Вайшнава. Эти остатки пищи были для него объектом поклонения. Когда Клавеши Дхару попросили благословения, он говорил, пусть этот Нимай, ворующий у меня бананы, всегда присутствует в моем сердце. Чайтанья Махапрабху учил Ашишидва Патаратам Пинаштама. Уже буду поклоняться Господу в любых ситуациях, либо Он обнимет меня и разобьет мое сердце, никогда не появляясь передо мной. Только этот дух бескорыстного служения ради удовлетворения Господа и удовлетворяет Господа и наше сердце. Когда преданные собираются вместе, вдохновляют друг друга, воодушевляют и служить друг другу. Когда они собираются без ложного эго, без внешних каких-то мотивов, без скрытых интересов, то это создает Вайкунтху, духовный мир. Шрила Прабхупада и наши ачарьи, они поясняли Хари Кришна Махамантру как молитву. Радхарани и Кришне, пожалуйста, займите меня в любовном служении. И это служение является высочайшим благословением. Оно является стремлением. К нему стремятся вайшнавы. Когда преданные собираются в таком духе, собираются вместе, помогая друг другу быть связанными с Кришной, то Кришна, тогда Кришна отвечает за их гости. И атмосфера настолько очищающая, настолько духовная. Когда наши преданные из Бомбея приезжают на Украину, в Россию, пытаясь помочь обычно, то каждый из них, возвращаясь, получает такое понимание, испытывает. Они говорят, что мы пришли и приехали для того, чтобы давать. Но мы вместо этого, наоборот, увидели то жертвоприношение и то настроение служения, которым обладаете вы все, что это помогает им самим. Они ценят это слово по сердцу. Во время этого прекрасного фестиваля в Одессе, если мы будем поддерживать это жертвенный огонь служения друг другу и воодушевления друг друга, наши киртаны, харикатха, преобразят нашу жизнь. Шрила Прабхупада дал нам лучший пример бескорыстного служения. Шрила Прабхупада объясняет, что Святое Имя Кришны это все, что необходимо для того, чтобы обрести высшее освобождение любой Бога. И мы должны повторять Святое Имя таким образом, чтобы
Васильевич, мы должны принять послание Господа Читания очень серьезно. Передано писать лично на террора Васильевича. Мне на Мадонна Киртани в Садатре. Нужно быть ниже салона лежащей улицы. Более терпеливым, чем дерево, всегда быть готовым оказать упрощение другим, не ожидая ничего взамен. В таком духе мы можем воспевать за время постоянно. И хотя мы с Высочайшим Нераджем Махараджем за тысячи миль от вас, мы чувствуем, мы видим ваш энтузиазм. Мы слышим, мы чувствуем вибрации ваших статических киртанов. Шла Прабхупада. Насколько удовлетворен всем этим. Несомненно, он проливает на всех вас свои благословения. Я очень-очень благодарен вам за то, что вы позволили обратиться к вам, прославить этот фестиваль. Хари Кришна. Спасибо, Радонат Мэнш. Которые они имеют, либо должны иметь, когда участвуют в этих фестивалях. Как-то в ближайшем Радхаштаме я давал лекцию. Перед лекцией я слушал одну лекцию, которую давал Шрила Прабхупада. В этой лекции Шрила Прабхупада говорил, Кришна распространяет свою энергию наслаждение Хладини Шакти, Шримати Радхарани. И таким образом он распространяет свое наслаждение. Он наслаждается, он приводит пример. Он говорит, как я, например, могу сидеть в комнате. Я, может быть, говорю. Если никого нет в комнате, то нет Ананды. Я могу говорить. Истинная ананда, удовлетворение тогда, когда есть другие комнаты. Так они говорят. Поэтому для того, чтобы быть связанным с анандой, необходимо, чтобы было больше, чем один. И Шрила Прабхупада использовал этот пример. Блаженство, которое Кришна испытывает,
когда есть больше, чем один Кришна. Есть еще. Он говорит не о Радхарани. Но мы знаем, что Радхарани оставляет нас благо, настоящее наслаждение. Но мы знаем также, что Шимади Радхарани доставляет наслаждение Кришне, но также она, Кришна также счастлив, когда кто-то доставляет наслаждение Шимади Радхарани. Я готовил то видео, которое вы видели в первый вечер. Мне сказали. И некоторые мне сказали, что некоторые преданные говорили: «О, посмотрите, Нираджа Махарадж выглядит таким больным». На самом деле, я сам посмотрел, когда посмотрел это видео, я сказал, ну да, я там выгляжу больным, потому что никого не было в комнате, мне было неинтересно говорить. Хотя я предпочел, что кто-то будет видеть это потом. Но неинтересно говорить перед камерой, когда никого нет в комнате. Абсолютно не воодушевляешься. Я не был болен. Нету видео, пропал. Yes, I'm here. Okay. And he said, look at you, you're not sick. I knew exactly this is what the video was going to look like. There you are by yourself, just talking into a camera, and you look so morose. Who told that? Pyari Mohan. И Пьяри Мохан потом, Прабху, когда увидел эту запись, он сказал: «Смотри, ты выглядишь совершенно больным, потому что никого нет в комнате». Итак, Шрила Прабхупада дает пример. Ананда присутствует тогда, когда есть другие, когда истинное наслаждение, потому что есть взаимообмен. Что же говорить о... Когда мы думаем о наслаждении других, когда мы отвечаем взаимностью, когда это еще больше усиливает взаимосвязь. Это такова суть духовной жизни. В этом фестивале участвует множество преданных. Как Радхана Махарадж описывает, когда присутствует желание служить бескорыстно, я думал, служить бескорыстно, самоотверженно. Только вот эти слова я хочу взять. Это то, что служить самоотверженно, бескорыстно. Означает не думать о самом себе. Это одна часть смысла. Но служение означает думать о наслаждении других. И это настоящее самоотречение, высший уровень самоотречения. Что вы можете сделать, чтобы действительно удовлетворить тех, кто общается с вами? Когда преданные медитируют в таком настроении,
де є множество вайшнава, собравшися в одному місці. І вони питають своє наслаждення, Матчита Мангата Прана, як Кришна говорить. Преданные обретают удовлетворение и блаженство от того, что они слушают о нем и говорят о нем. Это истинная Ананда. На Радашном я описывал, что наслаждение, которым обладают жители Вриндавана, когда они говорят о Кришне, все, что делал Будда Кришна, стимулирует обсуждение его. Преданные могут прекратить говорить о нем. Они всегда поют о нем, говорят друг другу о нем. И они обретают огромное ананда, удовлетворение, потому что Кришна в центре. Какого настроения Вриндавана? Радханат Махарадж замечательно писал его. Бескорыстное самоотверженное служение ради удовлетворения Кришны. Это настроение Вриндавана. Например, я видел Гуру Даса сегодня. Гуру Дас Прабху, я помню, 2 года тому назад, в Пуне, когда Гуру Дас Прабху и Шьяма Сундара Прабху и Малати Прабху втроем были там, и они говорили о ранних днях сознания Кришны, я уверен, что он делает это здесь на фестивале. И он описывал, как преданные желали делать все, что угодно, лишь бы удовлетворить только Прабхупаду. Жертвы, на которые они шли, их ничего не беспокоило больше, они были готовы. Как Шрима Сундара Прабху говорил, они делали все, что угодно, лишь бы только увидеть эту улыбку Прабхупады. Это было лучшее вознаграждение. Ничего у них больше не было. Они могли бы страдать как угодно, но если они возвращались обратно и видели улыбку Прабхупады, то это было вознаграждение. И множество историй об аскезах, которые они должны были пройти. Я уверен, да, я слишком быстро, потому что я не могу остановиться в виде Гуру Даса Прабху, я так воодушевляюсь. Мы любим вас, Гуру Дас Прабху. Why do we love you? Because you talk so much about Vrindavan. Но почему я люблю вас? Потому что вы так говорите так много о Вриндаване и о настроении Вриндавана. И мы сидели. И когда вы говорили о Монреале, о Сан-Франциско, когда вы говорили об этом, это все было Вриндаван. Почему все это было Вриндаван? Потому что настроение бескорыстного самоотверженного служения Прабхупаде присутствовало. Поэтому присутствовало. Это так же хорошо, как быть во Вриндаване, когда вы слушаете об этих играх. Это дает Ананду. Если мы действительно хотим испытать Ананду, то нет иного, нет большего наслаждения, чем думать, как служить и удовлетворять преданных Господа. Этот фестиваль организован ради этого. Много трудностей, конечно. Мне Ачюта Прия говорил, что некоторые преданные в этом году, они заплатили за фестиваль, для того, чтобы принимать участие в фестивале
и принимать участие в служении всем остальным вайшнавам на много часов в день. Они не думают, я служу, заплатите мне. Они платят за то, чтобы служить. Замечательное настроение. Такое замечательное настроение. Такая привилегия, что была возможность служить. Если мы будем молиться об этом и делать так, то это будет просто усиливать ананда. Все, что необходимо, это просто возможность принимать участие в ананде, в слушании, в том, чтобы обеспечивать другим возможность служить. И служить без того, чтобы думать, а что я получу, когда же наступит мое время. Величайшее наслаждение тогда, когда даже награда приходит, но... А вы думаете, что же я такое делал, чтобы заслужить? Харидас Такур. Когда молился Господу Чайтанья. He said, "Why do I feel so much bliss?" Почему я испытываю такое блаженство? Simply by looking at your face. Просто глядя на твое лицо. I'm lower than a pile of stool, a pile of ashes. Я покрыт. Why did I deserve to experience all this bliss? Я не заслуживаю такого блаженства. That was his mood. Такого было его настроение. He wasn't thinking. Он думал, to get something for myself. Он не думал, я хочу что-то для себя. Но приходило, потому что Кришна был удовлетворен. Потому что Господь Чайтанья был удовлетворен бескорыстным чистым служением. So I'm so pleased to hear. Итак, я настолько удовлетворен об этих усилиях, которые совершаются на диском фестивале. И я хочу выразить свою благодарность, в особенности тем преданным, которые принимают это настроение Духа Вайдава. Я знаю. Я говорил первый вечер фестиваля. Я знаю, что все вы. Все вы знаете, как воспользоваться этим фестивалем правильно. Поэтому я хотел бы, чтобы это настроение расширялось каждый год, давая возможность служить в таком духе. Мы только начинаем. В следующем году будет больше возможностей служить в таком настроении бескорыстия. Поэтому я хотел бы выразить всем вам благодарность. Спасибо, что вы все участвуете таким образом в фестивале. Я хотел бы еще кое-что сказать. Здесь у меня есть книга «Забота о преданных». Here for the body. Она была напечатана. Эта книга была напечатана одним преданным на Украине. Я не буду называть его имя, потому что он не хочет. Он напечатал эту книгу «Бескорыстное служение». Он знает, кто он, и я очень благодарен ему. Он напечатал 1500 экземпляров. Чтобы преданные распустить их на фестивале. Эта книга проявилась полностью благодаря общению с его свидетельством Рагханатха Махараджа. И об этом есть его видение. Эта книга появилась благодаря моему общению с Прямо Рада Гопинат Мандира. Сейчас она переведена на русский. Я прошу. Я хочу, чтобы эта книга была свободно раздана преданным на несколько фестивалей. Прежде всего, конечно, я хотел бы
чтобы его учили преданные, которые совершают это служение, заботясь о преданных Кришны, бескорыстно. И я хотел бы, конечно, чтобы это служение бескорыстно было не только на фестивале, но и после. Чтобы эти преданные служили преданным на тех местах, где они живут. Я хотел бы, чтобы эти книги были даны лидерам также. Также я думал, ученики также могут взять эти книги. Но не просто берите эти книги. Я прошу, я уже упоминал, если мы что-то получаем бесплатно, мы можем взять или не взять. Можем пользоваться или нет. Но мы должны заплатить тогда больше стремления и цену. Я прошу, цена — это желание прочитать. Это цена. Если вы можете дать эту цену, этого достаточно. Если вы можете дать больше, еще лучше. Но, пожалуйста. Я надеюсь, вы научитесь из этой книги настроение бескорыстного служения, возможностью увеличить ваше желание служить Вайшнавам. Так, я хотел бы оставить немного времени. На этом остановимся. Если есть какие-то вопросы, я или Радонат с вами можем ответить на вопросы какие-то. Вопрос, я прочитаю по-русски. Как мы можем предаться Кришне и как мы можем исполнять все наши материальные обязанности, думая о Кришне, если наш ум все еще осквернен? Наш ум может быть наполнен разного рода оскорблениями. В наших сердцах есть множество желаний. Кришна отвечает на этот вопрос в 12 главе. Он говорит, дорогой Арджуна, если ты не можешь сосредоточить на мне свой ум, следуй регулирующим принципам Бхакти-йоги. Таким образом, ты развеешь желание обрести меня. Итак, Кришна ответил таким образом. Понимая, что очень трудно сосредоточить наш ум. Когда он говорит о регулирующих принципах Бхакти-йоги, он говорит не о наших четырех регулирующих принципах. Нет, в данной ситуации, в этом стихе он говорит даже не о другом. Он
говорит о том, чтобы регулировать нашу жизнь так, чтобы каждый день мы совершали усилия слушать о Кришне и говорить о Кришне. Это садхана. Хотя в течение дня может быть сложно думать о форме Кришны, о его играх, его качествах. Ум где-то бродит, ум бродит, думает о том, как делать деньги, поддерживать семьи, работе, исполнение долга по отношению к телу. Каждый день мы должны, тем не менее, уделять время тому, чтобы сосредотачивать ум на Кришне через воспевание и слушание. Тогда наш ум будет обретать больше силы. И все, что мы будем делать каждый день, хотя мы и не будем, может быть, думать непосредственно о Кришне, тем не менее, это будет поддерживать. Такова цель нашей жизни, всей нашей жизни. Это цель нашей жизни, всегда думать о Кришне. Но у нас не всегда получается. Но, по крайней мере, если каждый день выделять какое-то время, чтобы с усилием помнить и слушать, тогда все, что мы делаем в течение дня, будет проникнуто. И будет являться поддержкой того времени, когда мы думаем непосредственно о Кришне. И тогда мы начнем помнить о Кришне больше и больше. Постепенно. И мы будем видеть, что Кришна связан со всей нашей деятельностью. И Кришна будет отвечать как, так, как Он уже ответил. Так, как Он уже описал. Вы хотите добавить что-то? Что мы должны позволить вам идти, потому что уже у вас больше 10. Завтра Мангаларати, последний день фестиваля. Мы молимся о том, что вы сполна воспользовались всем этим днем. Полностью воспользовались всем фестивалем. Так же, как каждый день у нас должно быть время для слушания о Кришне. Точно так же фестиваль является таким же временем в течение года. Настолько интенсивный этот фестиваль должен быть. Каждый день, целый день. И чтобы это вас двигало от года к году. Итак, пользуйтесь этим правильно. Завтра воспользуйтесь этим правильно. Большое спасибо. Будем отключаться.